Не пройти, не проехать. Во дворе дома на проспекте Металлургов 46 из-за перепадов температуры образовалась колея, в которой застревают автомобили, а люди буквально крадутся, чтобы не упасть на льду. Представители ТСН не производят уборку надлежащим образом. Жалобы жителей неоднократно фиксировал управляющий микрорайоном. Мы видим наледь, мы видим колею, мы видим неудобства, мы видим, как жители падают, мы видим, как скорая помощь не может подъехать и выгрузить свои спецсредства, детей довести до... гимназия сложна, потому что скользко элементарно. Пришлось обратиться в административную комиссию Кировского района. Это постоянно действующий коллегиальный орган, в состав входит 16 человек. Такие комиссии есть в каждом районе Самары, и жители вправе обратиться, если управляющие компании недобросовестно выполняют работу. Наиболее часто применимые статьи в работе – это такие, как размещение транспортных средств на газонах, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а также в дневное, несвоевременная очистка прилегающих территорий от снега и наледи, а также несвоевременная очистка от мусора. С 18 декабря члены Кировской административной комиссии составили 105 протоколов о несвоевременной очистке прилегающих территорий от снега и наледи, необработке противогололедными реагентами, и 120 актов о выявленных нарушениях направили в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Для юридических лиц за нарушение предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – 100 тысяч. Часто управляющие организации уверяют жителей, что проезды во дворах находятся вне зоны их ответственности. Но это не так. По 48-му ГД 25 метров – зона ответственности именно ТСЖ, ТСН, управляющей компании, именно от границы земельного участка. Соответственно, оба дома, да, которые вот мы сейчас здесь наблюдаем, да, зафиксировали нарушения, по этим домам границы сформированы. Также председатель административной комиссии Кировского района зафиксировала нарушение во дворе на Нагорной 145. Несколько автомобилей давно припаркованы и мешают уборке территории. Жители обратились в комиссию, чтобы воздействовать на собственников машин. Наблюдаем порядка 3 машин, которые в данный момент мешают уборке придомовой и прилегающей территории. Данная статья у нас озвучена, прописана в законе 115 ГД, это часть 2.2 статьи 4.18. Нашего 115 ГД. Размер штрафных санкций на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30, на юридических лиц от 30 до 50. В прошлом году по данной статье составили 37 протоколов об административных правонарушениях. С начала этого года 9. В территориальной комиссии призывают автомобилистов убирать автомобили на время уборки дворов. Об этом жильцов должны предупреждать объявления во дворах и рассылки в чатах. Ведь только совместными усилиями удастся сохранить комфорт и порядок. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.